будем отрезать. Мы берем противень, вытаскиваем тесто. Вытаскиваем тесто и раскладываем его на противень. Тут оно, конечно, в пленочку так и завернуто. Да, оно прилипло. И надо так аккуратно, чтобы это все не порвалось. Теперь мы режем вот такие вот полосочки. Нарежь дальше сам. А я буду чистить яблочки. Я нарезал. Нарезал, молодец. И теперь выкладываешь вот так яблочки. Как-то так. Что это такое? Это разве пирожное? Попробуем теперь вот это все наше искусство засахарить. И поставить вот так. Саша будет делать дальше, а я продолжаю чистить яблочки. Саша заворачивает. Что это за? Это бублик. А теперь сахар над этим вмакай. Так хорошенько, чтобы сахар прилип к тесту. Так, у меня Саша получилось такое пирожное. Ну вот мы накрутили вот таких вот пирожков и сейчас будем их класть. Короче, наши пирожки испеклись. Давай доставать аккуратненько. Перчатки одели. Давайте я буду помогать. И будем ставить их сюда, на вот эту подставочку. Хорошо? Да. Давай. Бери. Теперь по бокам. По бокам. Ого, какие классные пирожки. Смотри, какие крутые пирожки ты испек. И выкладывай теперь на тарелочку все. Так. Слушай, а у меня уже слюни текут. Я уже хочу попробовать. Ну вот сколько мы наложили пирожков на одну тарелку. Ставь лайк и подписывайся на канал Сансанчти. Пока-пока, а я пошел есть. Приятного аппетита!